А это Ирисочка, моя старая Юрочка. Вот мы тоже побритые. Как бы возраст. Нам уже все эти причесоны нафиг не нужны. На выставке мы не ходим уже. Да, вот такой вот прикид пацанячий с челочкой. Чуть-чуть бородки для приличия, чтобы нас не путали с другими, блин, породами. Вот такая вот китсюха моя. Пискуха, да, моя пискуха. Кикиська, ириська. Стой, все, похвалила дурочку. Все, все, все. То сейчас проверим, как на ней, на вот этой шерстке будет фурминатор работать. Нормально, потому что ребенок раньше был в шерсти. И вот так вот с нее вынимается подшерсток с подволоском. То есть вроде кажется собака, ну, подстриженная. Ну, шерсть с нее может лезть. То есть, соответственно, почесали и по хате шерсти нет. Стой, Ириса, стой. Стоять, 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 солнце, стоять, стоять. Ты ж помнишь еще, как стоят на выставках? Помнишь? Вот покажи на старости лет, да? Давай другую сторону почешем. Стой. Тоже толстенькие мы уже. 2600 мы весим, там кабаниха. Думаю, это видно наглядно и понятно. То есть у нее это даже с такой короткой шерстки, вроде как бы вот смотрим, собака короткошерстная, сострижена все у нас, но оно тоже может сыграть. Собираем. Группа поддержки там кота угоняет. Да, моя девочка, да, моя хорошая. Там опять Зина приперлась, без нее не обходится ни один праздник. На днях уже купаться, скажи, надо. Уже, блин, неделю как не купанные. А в своем доме это чувствуется сразу. Давай чешем еще тут. Стой, солнце, стой. Моя умничка. Пискуха моя. И моя любимая пискуха, пискуха. Вообще нас зовут Ириска Авис Рара. Да, с племенного завода Авис Рара. Вот. Привет, Свете, нашей заводчице. Вот она, Ириса. В старости. Вот такие мы на старости. Кицуха моя. Так что фурминатором тоже можно все это убирать. И меньше шерсти пахать. Зин, ну тебе честно, не надо фурминатор. Ты уже пытаешься третий заезд делать, но оно тебе ни к чему. Честно. Это для мохнатых товарищей. Тебе вообще не сложилось по жизни расчесываться. Вот так вот расчесывать можно подстриженных собачек.